Всем приветики! Сегодня мы снимаем Бимблузл челлендж. Извините, мы снимаем на подоконнике. Да? Это же так называется. Короче, давай начнем. Со мной снимает моя подруга. Да, у нас палок нету. Ну, то есть, я отцепила от всех, кроме ее. У меня палочки нету. Ну и ладно. Давайте, первые у нас... Мы купили Бимблузл. Давайте их попробуем. Первый Бимблузл — это или зубная паста, или... какой-то фрукт, я не помню, какой. Кокос. А, или кокос, давайте. Нет, погоди, зубная паста или черника? Да, или черника, давайте. У меня черника. А я зубная паста, люблю зубную пасту. Съели, да. Нам обоим по одному очку. А можно мне еще зубной пасты? Нет, обойдешься. Погоди, я в ванную схожу и пожру. Как бы я положила или подгузники, или кокос. Она сейчас придет. Я покажу, что приходит. Так. Блин, они не отличаются. Да ты скоро там. А, все, погоди. Подгузники или кокос? Я пробую. А у меня кокос. А, фу, невкусно. А вы не задумывались, почему мы снимаем без тарелки? Напишите в комментариях, что вы думаете. Сейчас протухшее яйцо или... Сладкий попкорн. Как вы поняли, нам обоим попался протухшее яйцо. Дальше идем за корицей. У меня попалась корица, но мне как бы от нее плохо стало, потому что я корицу не очень люблю. Говно невкусное. А сейчас будут сопли или груша. У меня груша, но она какая-то горькая. Дыхни. Это сопли! Да нет, это груша. Мне сопли, но они были тоже невкусные и похожие на грушу протухшую. Короче, ничего не понятно. Короче, да, пишите комментарии, как вы думаете. Оставшие конфеты мы сплавили и, короче... Мы сейчас посмотрим и попробуем это все. И это будет 6. И кому попадет сладже. Мы там по половинкам, да. А что тебе? Ну вот такие. А что, у тебя маленькая, у меня большая? Не знаю, потому что ты так захотела. Ну ладно. Да. Как сладко. А у меня пасты много, все нейтрализуется пастой. Мне вкусно. Фу, блин, у меня сначала было очень сладко, а потом стало такой невкусный вкус. Ну, короче, это очень прикольно. Нам очень понравился этот челлендж. А еще я хочу еще пасты. Давай ты будешь завершать, счет подведешь, я пойду пасту жрать. Ну, давайте посмотрим наш счет. Тут будут счеты. Ее вот тут, а мой вот тут. Смотрите! Всем пока! С вами были мы. Уйди, я сама попрощаюсь теперь. Наглёшь. Всем... Это вообще мое прощание. Воровка, отписывайтесь от нее. Всем покулики, с вами была я. И вы набрали на All Пьесы. Короче, подписывайтесь на ее канал. Ссылка точно будет в описании, не как обычно. Если она не забудет. Не забуду. Господи, будет. Кстати, вот на чем у меня палка. И почему она синяя? Пишите в комментариях. Наверное, потому что это трубочка. Ну, это трубочка, да, это трубочка, но как бы мне нравится синий цвет. Мне понравилось просто. Понимаешь, что ты прощаешься 2 дня. Ну ладно, все, пока. Ставь на паузу. Ставь на паузу. Кстати, я пошутила, не надо отписываться. Ставь на.